Ребята, смотрите, вы видели когда-нибудь такое? Нет, ну, такого количества сундуков, я думаю, вы видели. А вот это вы видели? Это все булыжник, он полный булыжник. Представьте, как сколько он весит. Рядом пустой, и я тоже его уже как бы предусмотрительно тут поставил, потому что уже было понятно, что нас ждет переполнение. Не, нас ждет не пополнение, а переполнение. Далее. Другие камни, по-моему, у меня тут, да. То есть вот это. А, вот так, то есть зажимаешь просто, да. Так, отлично. Он, кстати, ровненько складывает сразу. Все, я освоил эту кнопку. Зажимаем. Да не, не сюда. И что тут еще? Так, вот здесь вот это. Давай мы... Так. Нет. Вот так вот лучше, да. А, этот сундук я с собой таскаю. Ладно. Что тут? Дубовые доски. Мама родная. А, так, золотая руда. Железная руда. Так. Но оставим тогда этот сундук. Здесь оставим. И остается у нас мелочевочка. Редстоуны. Золотишко. Растишка, так, железные руды дофига. Ну, я, конечно, уже богаче стал. Просто не то, блин, слово. Так, и это что? А, вагонетка у меня в отделении с вагонами. Не, вот здесь. О. Сюда же что-то еще надо было сгрузить. Подожди. Здесь всякая мелочевка. Нитка, 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 нитка. Нить, 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 нить. 64,3. Ну что? Хорошо. Так, эти кирки. Кирок, в принципе, у меня достаточно. Сейчас надо будет тогда сразу, знаешь, что еще, чтобы быть готовым к следующему походу. Что-то мне надо было сделать. А, меч. Меч у меня на исходе. Топор. Меч с топором, да, наверное, надо сделать. Я так думаю. Алмазов у меня уже на исходе, не хочу. Меч, топор. Да и все. Подожди. Подожди. Берем 23 штучки. Берем палочки. Так, в печи у нас пусто. Так, и давай вот делаем топор для начала. А, у нас уже есть один топор. Да блин, куда мне столько топоров? Блин, зараза. Ладно, что, давай еще мечи. Офигеть. Офигеть. Давай вот этот гриб сбросим, и все, я что-то уже ничего не соображаю. Железную руду переложим. Палочки оставим. Ну, в общем-то, я буду готов уже к подвигам. Только лестница, подожди-ка, а лестница у нас где хранится? Это не здесь. А вот тут лестница хранится. Что, зацепим одну, возьмем еще лесенку. Усё. Все, ребятки. К следующему походу я укомплектован. В следующий раз пойду по этому длиннющему пути. Буду там дальше осваиваться в шахте. Ну, а железная дорога.
у меня тут вагонетка. Железная дорога вот у нас будет прокладываться. Дальше вон туда. Это у нас дорога на север.